Здравствуйте. Здравствуйте. Рада возможности побеседовать с вами. Спасибо. И на этот раз, впрочем, как и всегда, у нас с вами, как правило, получаются интересные беседы. Запоминающиеся для меня. Да. Спасибо, это хорошо. Вот начну с приятного. У меня есть такое ощущение, или даже я бы сказала так, я уверена, что на сегодняшний день дела у вас идут весьма неплохо. Вы стали популярнее. Вот вы это чувствуете? Вы сейчас можете это подтвердить? Или будете скромничать? Нет, с первой частью я согласен, что вообще дела у меня, слава богу, а насчет популярности я абсолютно откровенно, без никакого кокетства, я никак это не воспринимаю. Во-первых, потому что в сравнительно раннем возрасте я познакомился с тем, что называется популярностью. И когда мне было буквально 17-18 лет, я работал на радио, знаю, что такое, когда 100 человек звонили. Потом так же быстро это забывается. Потом у меня была уже другая работа, и там был определенный багаж, когда кто-то к тебе относится якобы положительно, но это исключительно в силу твоей должности, которым очень быстро эти люди потом на следующий день пропадают. Поэтому в том возрасте, в котором я сейчас нахожусь, у меня нет никаких иллюзий по поводу званий, должностей и погон. Лично говоря, не имела в виду вашу должность сейчас. Нет, а я имею в виду жизненный опыт. Я имела в виду, что я вот, вы недавно, не так давно зарегистрировались в соцсетях. Я читаю, что пишут, значит, в комментариях ваши читатели, и вот создалось у меня такое впечатление. Но я не стану на нем сейчас настаивать. Я хочу, чтобы вы сами сейчас описали, чем вы сегодня занимаетесь. Вот что составляет круг ваших занятий? Ну, есть моя профессиональная деятельность, есть то, что я называю социальной деятельностью. Начну со второй, так будет проще, потому что очень часто я с улыбкой слышу, конечно, что некоторые вещи, которые я делаю с моими коллегами, кто-то тут же обозначает в качестве руки Москвы или какой-то политической деятельности. Хотя те вещи, которые, повторюсь еще раз, я и несколько моих коллег делаем, в частности, мы фокусируемся на определенных личностях, которые мы считаем, что были бы интересны для людей в Молдавии. И здесь был и Леонид Млечин, здесь был и Яков Кедми, здесь было еще несколько людей, они, правда, были для более закрытого круга, и мы не делали эти визиты публичными. Сегодня у вас впервые на передаче скажу, что в конце августа у нас будет один из самых авторитетных людей в области борьбы с терроризмом из Израиля. Вот это та часть, так сказать, моей общественной деятельности, которая делается исключительно из, назовем ее так, личного интереса, и оплачивается это все, соответственно, тоже из личных денег. Мой личный интерес, что я искренне считаю, что эта местечковость, которая у нас здесь сейчас наблюдается, мы могли бы ее разбавить более интересными, авторитетными людьми, которые могут приезжать из Москвы, из Берлина, из Бухареста, из Израиля, из других мест. И мне очень не хватает именно этого общения с людьми, которые могут рассказать больше, чем знаем мы с вами. Да? И поэтому вот одна из тех вещей, которые мы делаем совместно вот с этими моими товарищами, вот она касается. Что касается моей профессиональной деятельности, то это исключительно вопросы безопасности. Я сотрудничаю с несколькими центрами по именно этому направлению, и мы изучаем, если так очень вкратце, в зависимости, конечно, от заказчика, мы изучаем те или иные направления, тренды, то, что интересует людей по СНГ, иногда это бывает по Европе. Вот одно из последних моих, скажем, форм сотрудничества, это было изучение эффективности форума безопасности на Кавказе. В свое время создавался такой форум безопасности. И насколько он эффективен или что-то дает, и каковы перспективы, что касается восточного партнерства и так далее. И вот этим мы занимаемся. Это в определенной мере то, чем я занимался очень много лет раньше на государственной службе. Но теперь это более просто индивидуализировано. Вы когда говорите «мы»,
Вы имеете в виду институт, который возглавляет? Да, потому что там есть несколько людей, да. Да. Их не так много, но это и не один человек тоже. Это тоже, вот я сегодня на вашей передаче несколько вопросов развею. Не то, чтобы они были очень важными, но когда кто-то говорит, что это за институт из одного человека. Дело в том, что это не Академия наук. А из скольки человек? Это не Академия наук, во-первых. Оно существует на определенные суммы денег, но те люди, не все мои коллеги, там 5 людей, да, не все они хотят быть публичными людьми, хотя их каждый раз очень сильно призываю, потому что это очень умные, очень серьезные мои коллеги, и я искренне надеюсь, что в один день я смогу их убедить, потому что их присутствие в публичном пространстве дало бы намного больше. Сегодня их можно увидеть на тех мероприятиях, которые, конечно же, я не могу организовать один. Я не могу организовать сам приезд подобных лиц, или была выпущена, на мой взгляд, очень интересная книга нашим институтом, она называется «Психология журналистского расследования». Это работа своеобразная, на мой взгляд, уникальная на всем пространстве СНГ. Конечно же, это я не делаю я один, это невозможно. Просто есть несколько моих коллег, которые я вот не могу их никак убедить, во-первых, показать и свое лицо, а самое главное, даже не это важно, самое главное, чтобы они выступали публично, этим людям есть что сказать. Но вот они не хотят. Кстати, меня тоже призывают прекратить заниматься пустословством. Вот как они утверждают, что... Так они оценивают, да, они считают, что я ваше появление на публике. Совершенно. Они считают, что это не имеет никакого эффекта и нет в этом смысла. Вот у нас на эту тему тоже есть постоянные споры, но я считаю, наоборот, они должны появляться. Вот, собственно, в чем заключается эта деятельность. Ну, вы один миф развенчали, наверняка вам задают вопрос, а на какие деньги, и вы, как правило, на него не отвечаете, так? Почему? Как раз вопрос о деньгах никогда не шел, то есть не стоял. Все всегда знают, что это деньги Кремля. То есть четко говорят, да. Вы сейчас это хотите подтвердить. Если приехал, например, Яков Кедми, да, в Кишинев, так это же понятно, что это рука Москвы. Я еще в кавычках говорю, да, то есть что должно быть в голове, чтобы все, что не делается, автоматически записывать. Недавний фильм 1918, да, который появился, тоже там, либо это списали на предыдущую работу моей коллеги Елены Пахомовой, вот она работала один год в Приднестровье, так значит, если она там работала, то неминуемая позиция Приднестровья, да, хотя... Вы так элегантно сейчас ушли от источника финансирования. Нет, давайте поставим точку над этим. Источник финансирования — это, конечно же, индивидуальные контракты, как я уже сказал, с теми, кого это интересует. То есть работодателя интересует, вот конкретно есть там словацкий центр, например, не буду называть его, или есть израильский центр. Вот, они конкретно заказывают определенную аналитическую работу по вопросникам. То есть их интересует это и это. Мы работаем, они, соответственно, это оплачивают, и мы, соответственно, получаем возможности дальше работать. Вы заговорили о фильме. Скажу, что вы меня удивили. Когда я узнала, что вот Валерий Остолеп представляет, Елена Пахомова представляет свой фильм. Почему удивили? Потому что люди вашей специфики, вашей работы, они у нас в Молдове, как правило, пишут книги. Ну, это и, не знаю, и удобнее, и дешевле, если хотите. И все-таки вот вы решились на такое для вас не очень, наверное, привычное занятие, да, снимать фильмы. Почему? Почему потянуло? Вот? Ну, конечно же, не я лично снимал фильм. В первую очередь я вкратце расскажу о предыстории. Каждый год, 27 марта, нам устраивают эти шествия в центре города и с непонятными для большинства людей лозунгами. Поговорив и на вашей передаче, и на других несколько раз, я обнаружил, что большинство из тех, кто за, а также кто против, мало понимают, о чем здесь идет речь, в том числе я. И просто занявшись этим вопросом, когда я стал побольше чуть читать на эту тему, переговорив с несколькими историками, я понял, что у нас серьезный пробел именно в фактологии, что там на самом деле произошло. Можно было написать книгу, но да. Дело в том, что книг уже много, они написаны, но их никто не читает и не прочел бы. Поэтому мне показалось, наверное, было бы эффективно попробовать показать видеоряд. Я далек, да, от этой профессии. Скажем так, мне принадлежала эта идея, да, что нужно сделать такой фильм. Мне удалось обеспечить финансирование, оно не такое большое, как кому-то может показаться, и оно не касается никого. Могу сказать открыто, что это личные деньги. То есть это никто, нет никаких спонсоров, организаций и так далее.
Елена Пахомова, естественно, была одним из главных моторов самого производства. Естественно, что это ее работа. И что касается автор, что касается сценария, то мы брали много источников, потом много раз встречались с Леной, что-то резали, что-то вот над этим мы работали вдвоем. Где-то, может быть, ошиблись, в чем-то, может быть, мы преуспели, но в любом случае это совместная работа, такой Ильф и Петров. И в результате получилось вот как получилось. Ну вот, вот о чем этот фильм. Моя главная идея была привлечь внимание. Ничего другого, чем привлечь внимание к тому, что, как есть известный анекдот, не все так однозначно, да? То есть не все так. Я скажу так. Несмотря на все ваши творческие изыскания, а это творчество, фильм, вы у большинства населения все-таки ассоциируетесь как человек, который комментирует политические события на сегодняшний день. Критикует власть, остро критикует власть, я бы сказала, но делает это талантливо, ярко. Без полутонов, так, знаете, то, что скажете, так не скажете. Виляет, в общем, не виляете, да. Вот. И людям это нравится. А вот какие цели при этом ставите вы? Вы вот что вы, чего вы этим добиваетесь? Во-первых, я себя не продвигаю. Я ничего из того, что появляется на экране или в прессе, не делаю, что я вот проснулся утром, а давайте-ка я чего-нибудь напишу, или я наберу вас, пригласите меня на передачу. Да, то есть, или любого другого журналиста. Мне точно не звонили, да. И никому никогда в жизни не звонил. Если есть интерес, да, к моему мнению, я всегда отвечу. Кстати, в большинстве случаев я могу даже не запомнить, собственно, кто звонил и появилось ли это где-нибудь. Ну, вот кто-то набрал, спросил, ну, я ответил, если я могу ответить на ту или иную тему. Если пригласили, я могу прийти, я приду. Если мне нечего сказать, такое тоже было несколько раз, когда я... уже сейчас не важно, но я просто не приходил, потому что я сказал искренне, не потому что, как у нас принято, я боюсь, но мне нечего говорить на подобные темы. У меня нет точки зрения, у меня недостаточно квалификации. А в остальном, то есть если приглашают, я считаю, что у меня есть какая-то точка зрения, я приду и скажу. Ну а форма, ну уже кто как ее воспринимает. Знаю, что есть очень много людей, которых это очень раздражает. То есть вот то, о чем вы сказали, естественно, раздражает там и какие-то мои... резкие высказывания, какие-то блатные выражения, и переход с одного языка на другое, и мимика. Ну, понятно. Это... Нет, просто это раздражает, как правило, тех, кто не согласен с вашими политическими взглядами и воспринимается на ура как раз теми людьми, кто эти политические взгляды, собственно, разделяет. Давайте сейчас вот не будем изменять традиции. Я хочу некоторую часть этой программы все-таки посвятить тому вашей оценке неких политических событий, которые представляют интерес не только для меня, но я уверена, что и для моих телезрителей. Вот смотрите, ситуация с заявлениями Гофмана. Вот сейчас это уже какой-то американский кусок. Неспроста к вам вопрос. Многие восприняли вот то, что сейчас происходит, ту информацию, которую мы получаем из-за океана, как некое противостояние неких правительственных все-таки структур. Да, вот там, значит, говорят господин Гофман, это за ним стоит, значит, некая организация Frontier Solutions, да, и Министерство внутренней безопасности. С другой стороны, господин Плохотнюк чудненько нашел общий язык в Госдепе. Вы должны знать эту кухню, вот, американскую, да. Вот это действительно есть некое такое вот противостояние, мы сейчас наблюдаем, кто кого. Если говорить в том спектре, как вы его обрисовали, то я так не считаю. Я не думаю, что существует какое-то противостояние на уровне кого-то там в США. США слишком большая держава, и Молдавия слишком незначительна для того, чтобы нами кто-то там в кавычках занимался. У США на данный момент, который находится в противостоянии с Китаем и Россией, есть определенные стратегические, конкретно на данный момент, есть стратегические интересы в этом регионе. Он не касается Молдавии. И он меняется очень быстро. Конкретно на данном историческом этапе, так как противостояние происходит именно по этому периметру, значит, интересует Украина, интересует Молдавия, вот как этот аппендицит к этому региону по карте, если посмотреть, значит, по отношению к России. По всему периметру, начиная от Прибалтики и заканчивая нами, идет сплошная милитаризация, то есть дополнение каких-то батальонов, установка ПРО, ну и все такое. Поэтому Украина и Молдавия просто оказались
в определенное время, в определенных планах США. Это все. И вот почему, кто бы ни был американским послом в нашей стране, неважно его фамилия, и кто бы ни был руководителем в нашей стране, тоже неважно его фамилия, пришлось бы решать одну задачу. В Кишиневе власть либо пророссийская, либо она проамериканская. О том, чтобы была промолдавская, речь не стоит. Вот таковы реалии современной политики. И не нужно никаких иллюзий, что в США кто-то смотрит через призму молдавских интересов или вообще через призму хоть каких-то других интересов. Там есть американцы. Вы сейчас просто вот разочаровываете тех людей, которые с надеждой смотрели на то, как разворачивались события вокруг господина Гофмана, его пресс-конференция, да, значит, его обвинения персональные уже, да, господину Плохотнюку. И вот говорили, вот, ну, все-таки он сказал это, знаете, не где-нибудь. Он сейчас сказал... мы к этому вернемся, я просто беру сверху вниз. Вот мне поэтому вот именно благодаря этой конъюнктуре Соединенные Штаты, как и Евросоюз, высказали поддержку этому правительству, продолжают ее оказывать, подчеркивают при случае, без случая о том, что самое важное в Молдавии стабильность, чтобы у них была такая стабильность, как у нас. И сейчас, на данный момент, что господин Гофман, что, не знаю, еще сотни фамилий, американцы все прекрасно понимают, что происходит в нашей стране. Все, они давно все знают, они отлично, думаю, знают даже, как это все происходило. Никаких секретов у них здесь нет. Собственно, как и для Москвы. Это должно быть четко понятно для всех наивных людей, которые считают, что в Москве или в Вашингтоне 2-3 человека, не больше, которые занимаются этим файлом, исключительно в виде аппендицита. Идет противостояние Россия-США. Есть Киев, есть это Молдавия, потому что здесь есть Приднестровье. И если завтра, не дай бог, по глупости или по провокации полыхнет в Приднестровье, то Россия будет вынуждена отреагировать. Там миротворцы, там российские граждане, хочешь не хочешь. Поэтому Москва и вынуждена как-то еще что-то заниматься. Другого интереса Молдавия для России сегодня, к сожалению, не представляет. Хотелось бы там... культура, история, что-то, но там своих проблем хватает. Хорошо, хватает. Тогда расставим акценты. Вот эти заявления, предоставление площадки и то, что вот эта фирма, да, Frontier Solutions отправила нашу генпрокуратуру уведомление, что господин Гофман находится у них. Да, это зачем это было? Что касается предоставления площадки, если мы завтра с вами сядем в самолет, то мы тоже сможем себе в США представить очень много площадок. Это не проблема. Если уже даже так, если эта площадка будет противоречить официальной позиции Госдепа? Там никто никому ничего не противоречит. Мы сейчас уже опускаемся непосредственно на уровень вашего вопроса. Я вначале обрисовал стратегическую ситуацию, а теперь что происходит на самом деле. Конечно же, идет противостояние не только между стратегическими там, партнерами, а у нас здесь есть свои мелкие интересы между людьми, которые между собой, соответственно, что-то не делят, или существует борьба между оппозицией и властью. Кого именно, кроме себя, представляет господин Гофман, я сказать не могу, так как не знаю. Я не совсем верю, что он представляет исключительно себя, да, и что во всей этой истории его заявление — это такой гражданский позыв. Я в это не верю, сразу вам говорю. Это очень опытный офицер со знанием той службы, в которой он был. Он знает, что такое цена информации и специальной информации. Поэтому то, что сейчас происходит, для меня совершенно понятно, что это спланированная акция с определенным продолжением. Потому что есть еще второй коллега, кстати, господин Сагайдак, когда-то работал в МИДе. Для меня потом было неожиданностью, как он оказался в каком-то банке, но это совершенно не важно. И я думаю, что будет и продолжение. Но, Людмила, эти вопросы, они, вот то, о чем вы спросили, это исключительно местные разборки. Это не имеет никакого отношения к США или к другим большим игрокам. Это всего тем лишь интереснее узнать, что за люди стоят по вашей логике за господином Гофманом. Я поэтому сразу сказал, что здесь спекулировать нельзя. Либо знаешь, либо не говоришь. Я просто убежден, что он не сам по себе, как человек, который вот решил в какой-то момент что-то рассказать, и одновременно с ним господин Сагайдак, а скорее всего, я предполагаю, что скоро еще появится. Поэтому думаю, что это всего лишь продолжение некой борьбы, и оно носит характер не политической. Ну, вы согласны, партнерами. Что все-таки корень решения этой проблемы, я не спрашиваю сейчас, кто за ними стоит, но все-таки это извне будет влияние. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, знаете как, вот тоже вам откровенно говорю,
Я не верю в то, что не знают на самом деле те же самые американцы, да, кто конкретно украл эти деньги. Конечно. Я думаю, у них по фамильный списочек, да, давно у них есть на столе, да. Это мое убеждение. Да, это так. И просто ситуация сейчас разворачивается так, что либо дать ход этому всему, либо не нужно. И вот если дать, то когда было бы разумнее это сделать, да, вот правильно, этот ход? То правильно. Есть нужно посмотреть, вот у них там выборы, ну уж не надо сейчас так. Просто может, вы, я понял, вы имеете в виду, что в принципе американцы могут, если захотят, повлиять на да. эту ситуацию. Конечно, могут. Я даже боюсь сказать, что, скорее всего, это даже единственные, кто они так конкретно могут повлиять. Конечно, на могут, эту ситуацию. Но сейчас, на данный момент, это входит в разрез с их интересами, почему я и описал так, mm-hmm. хотя вы меня и не спрашивали, описал так детально эту ситуацию, потому что сейчас они считают, в кавычках, что важнее всего стабильность. Но американцы — это очень активные люди, они в любой момент могут поменять. Уже завтра утром та же ситуация. Может быть, рассмотрено по другим углам. Так было не раз, как они меняли свое отношение к известным персонам. На самом деле мы заговорили о выборах, потому что выборы здесь, как мне кажется, это один из важнейших таких вот узлов, да, на которые сейчас ориентируются и в Молдове, и за пределами, во всем, что касается Молдовы. Скажите, вы для себя уже очертили круг главных участников с шансами победить? И можете ли вы назвать этих людей? Да, я думаю, что это очень простое упражнение, не требующее особых интеллектуальных способностей. Справа, хотя для меня загадка, мы с вами не раз об этом говорили, но так как там полный кризис личностей, думаю, что максимальные шансы по правому, очень узкому на данный момент флангу, какой-то процент набрать, это Ума и Санду. По левому флангу, безусловно, это Дадон, и ясно, что будет мистер Икс, который, это неблагодарное дело, я вообще ненавижу гадать, и сразу отвергаю, если ты не знаешь, лучше не говори, поэтому, но мистер Икс, я имею в виду кандидата власти. Да, вот кандидата власти, или еще можем еще конкретнее сказать, демократической партии конкретно, сейчас просто, это может быть кто угодно. Есть, я думаю, так по формуле, как это вырисовывается, это может быть и господин Филипп, потому что у него и админресурс сейчас, и всегда фигура премьер-министра. В общем, что-то в этом есть, но мы это с вами не знаем, поэтому довольно неблагодарно. И вот мы имеем этих троих людей, да, есть Майя Санду, соответственно, Икс, человек власти, и Дадон. Я думаю, что будет сделано все, чтобы Майя Санду так и осталась в первом туре, а во второй попадает Дадон с представителем власти. Вот что там за игра будет, ну, давайте вместе подумаем. Ну, мы можем подумать, что там будет за игра, и какие увидят для себя возможности, да, например, власть в этой ситуации, как она может влиять. Тут тоже можно, это интересное такое упражнение, но я не хочу сейчас уходить от кандидатов, потому что в этой программе называли множество фамилий. В том числе, да, то есть в контексте не тех людей, которые пройдут во второй тур, вообще говорили, вот будет много спойлеров в том числе, и свои силы будут пробовать, значит, некоторые люди, не знаю, для политического пиара, в каких-то других целях. И вы знаете, я видела, вашу фамилию несколько раз называли. Вам даже писали там, вы читали об этом, что вот говорят, Валерий? Меня там... это удивляет, я же несколько раз публично говорил, потому что, не знаю, сегодня могу у вас повторить, у меня нет никаких политических амбиций, мне странно, что этот вопрос, так сказать, продолжает кто-то еще задавать. Да, если бы они у меня были, то я бы об этом заявил. Это не занятие какой-то секретной деятельностью. Дело в том, что политическая деятельность предполагает как раз что открытость планов, и в политику приходит, чем активнее ты публично. То есть об этом нужно заявлять и работать в этом направлении. Я же говорю постоянно, что я это не делаю, и чем больше я это говорю, тем больше меня в чем-то подозревают. Это для меня так парадоксально. Куда уж более открыто. Вот, поэтому у меня нет политических амбиций, тем более у меня нет президентских амбиций. А самое главное, чтобы подвести под этой ситуацией черту, я хоть и понимаю циничность сегодняшнего мира, но у меня есть определенные красные линии, которые я никогда не перейду. Я не вижу в этом никакого смысла. То есть я не вижу смысла переходить через свои какие-то принципы, которые у меня есть, ради чего?
Поэтому ну, может, потому что все-таки в вашей биографии была попытка участия в политическом проекте? Я сейчас имею в виду, что вы шли по спискам партии Стратана. Это было по совершенно другого. Номерам. Это было совершенно было другого характера. Вы пытались. Совершенно другого характера. Ну зачем-то вы это делали. Да, это был совершенно все люди в 2010 году, кто в этом участвовал. Ни у кого не было никаких иллюзий. Совершенно ни у кого. Тогда, на тот момент, не было иллюзий, что это политическая деятельность. Никто, во всяком случае, я не предполагал, что в 2009 году я буду вынужден объективно покинуть дипломатическую службу. Я работал в государственном аппарате и не занимался политикой. Да, не имел с политикой вообще ничего общего. Ни с партией коммунистов, ни с какой другой партией. Я 10 лет работал в МИДе, был профессиональным дипломатом и не ввязывался ни в какие политические игры. Никак. Когда пришли к власти эти деятели, это было несовместимо, в первую очередь, с моими принципами. И, как показала жизнь, понятно, почему. То есть это сложно себе представить, что, например, я могу поладить с Лянко, Германом или другими деятелями с точки зрения их подхода к жизни и к политике. Поэтому, когда в 2010 году, где-то месяца за три до выбора, это было в августе, выборы были, и тогда господин Стратан предложил, в принципе, это было больше как маленький курс политологии, потому что мы понимали, что за два месяца там никаких денег не было, вообще ничего не было. Это был просто опыт двухмесячный, вообще о чем это? И ни у кого никогда не было из тех, кто участвовал, никаких иллюзий по поводу ни на тот момент результатов, ни в будущем. Поэтому... То есть вы пошли на это, я уточняю, для того, чтобы получить некий опыт? Да, конечно. Исключительно я просто, вот... Абсолютно. Теперь мне достаточно было двух месяцев, чтобы увидеть то, что кому-то нужно, там, не знаю, для чего там, участвовать 4 года или 5. Я это увидел, как это происходит, что это такое, и больше меня это не интересует. Ну вы не жалеете, естественно, нет, о том, что вы сделали, потому что в моей программе участвовал Дмитрий Чубашенко. Mm-hmm. Он тоже, вы знаете, шел по спискам господина Филата. Да, и потом там участвовал в проекте господина Пассата. И вот о Филате он как-то жалел. Он честно сказал, говорит, я жалею сейчас об этом. Ну тогда вот как-то меня попросили, он так это объяснил. Господин Филат вот вышел на меня и объяснил, как бы, что вот хотел бы журналиста, и поэтому Дмитрий согласился. Но это все-таки другая история. Мы сейчас с вами пытаемся прогнозировать, как будет вести себя власть. Не знаю, как будет себя вести власть, потому что да все... Нет, я знаю, как будет вести себя власть. Я сейчас поясню, что имею в виду. Вы будете сейчас говорить, что результат, вы не уверены в том, что это будет честный выбор, так? Я уверен, что это будет нечестный выбор. Нечестные выборы, да. Ну тогда, раз вы недавно позиционировали себя как человек, который никогда не делает голословных заявлений, то в чем он не уверен, сейчас доказывайте. Я говорю, что я уверен. Так я поэтому говорю, доказывайте, почему они будут нечестные. А результаты, начиная с 2009 года, я не видел ни одних честных выборов. И я вижу фокусы, которые проделываются. И я понимаю, что ничего не изменилось. Я понимаю, что никто не собирается хотя бы как-то освещать ситуацию с опросом 2014, с переписью населения. То есть вы тоже связываетесь с этими цифрами? Появление старых фигур. Я сейчас чуть-чуть отойду, но очень быстро. Да? Вот когда написано, что ты можешь быть председателем Академии наук два срока, вот два, вы понимаете, что такое цифра два? Я тоже понимаю, что такое цифра два. А когда нам всем доказывают, что вообще три, но это два, вот, и таким образом можно быть третий раз, то в такие фокусы я не верю. Так вот, как избирали Тимофти, да, вместо двух месяцев два года. Как потом назначали многих деятелей по совершенно другим, на мой взгляд, противозаконным вещам. Но это все вместе взятое говорит мне о том, что никто не собирается играть по-честному. И, кстати, это причина, почему я не интересуюсь политической деятельностью. Потому что мне было бы интересно, если бы были правила, неважно какие, но они есть, и мы их соблюдаем. А если правила для дураков, а для своих они уже сразу написаны правильно, да, то есть для выигрышного, ну тогда ты дурак, если ты в этом участвуешь. Я сейчас не обижаю никаких политиков, но если большинство из них уже сейчас, как я вижу, утверждают, что, скорее всего, они могут быть сфальсифицированы или они не верят этой системе, тогда у меня вопрос, а ты в чем участвуешь? И зачем? Какова цель, если ты заранее считаешь, что их сфальсифицируют, украдут или вообще вся система нечестна? Я думаю, они бы ответили вам так. Мы участвуем, потому что мы параллельно делаем
какие-то, предпринимаем какие-то усилия для того, чтобы эти выборы сделать более честными. Так не годится. Предполагаю, так. Так не годится, потому что... Тогда что, не участвовать никому и дать возможность власти, так? Я никому не указываю. Я никому не указываю. Каждый решает эти вопросы сам для себя, но мы исходим из простой элементарной логики. Но, наверное, было бы честнее по отношению к себе и к тем, кого ты якобы представляешь, сказать, что мы будем участвовать лишь в том, что мы уверены, что происходит по общим правилам. Если вы изначально так, скажем так, возможно, только я так считаю, хотя я думаю, что не только я. И поэтому я их не понимаю, вот этих политиков, которые заранее уверены, что там будут какие-то вопросы. Вот сейчас они же все не собираются вместе. Я думаю, что вы сами можете дать ответ на ваш вопрос, потому что вот молдавская политика такая вещь. Вы знаете, коммунистов всегда тоже вот обвиняли в нечестных выборах. А потом было 7 апреля. Это я не к тому, что сейчас у нас после выборов будет нечто подобное. Но каждый день, который будет значит, после выборов, да, вот мы будем смотреть, как развивается ситуация, вот сам ход самой кампании. Он ведь какие-то сюрпризы вполне может преподнести, поэтому не участвовать заранее, наверное, я не согласна, это я сейчас свое мнение вам говорю, я не согласна с этим. Давайте уточним. Я не говорил, что политики не должны участвовать в президентских выборах этого года. Я говорил, что на момент, когда появилось решение Конституционного суда, то есть я объясняю, что я имею в виду, если у нас, а у нас у всех появились вопросы, то, на мой взгляд, политический класс Молдавии тогда, на тот момент, оппозиция, все вместе взятые, каждый по отдельности, должен был сказать, секунду, давайте мы вначале определимся и четко ответим все на свои вопросы, как это будет, и тогда мы пойдем. Потому что иначе превратилось как в сейчас, и тогда вы правы. Но уже надо как-то участвовать. Я просто не представляю себе, как можно было определиться, как вообще можно было наполнить смыслом сейчас это ваше высказывание. Мы по-разному смотрим на политическую деятельность. Определиться, возможно. Потому что 5 или 6 политиков, они ничего не мешало на следующий день не драться и не прыгать тут же вперед, что «О, все, участвуем», а собраться и сказать, у всех есть вопросы. Давайте-ка мы вечером пойдем в Конституционный суд, или днем, да, и поговорим, а пригласим американского посла и румынского, и создать атмосферу, когда можно задавать вопросы. Но это мое мнение, возможно, я ошибаюсь. Ну, вот где-то вы, конечно, выглядите таким, я не скажу циничным, но очень предметным, да, а вот иногда вы, мне кажется, большим идеалистом. Хорошо, знаете, чем сейчас власть занимается, кроме подготовки к выборам, во всех смыслах этого понятия, своим имиджем? Не могу не поинтересоваться вашим мнением в отношении решения демократической партии продвигать свой имидж при помощи услуг такой компании, как Podesta. Вы, наверное, слышали об этом, да. И стоит это все удовольствие, как было сказано, 600 тысяч долларов. Я лично, вот откровенно, если оставить в стороне там размер, да, этой суммы и другие какие-то моменты. Вот, честно вам скажу, я хотела бы увидеть, что вот за такие деньги как будут продвигать вот этот имидж, что делать будут. У меня, например, этот вопрос остается. А вы о чем подумали, когда узнали об этой новости? Во-первых, это меня не удивляет, потому что если судить по опросам и просто по тому, что мы слышим, конечно, антирейтинг довольно высокий, да, у демократической партии, у ее лидеров. И это общепринятая практика во всем мире, кстати, в США в первую очередь, использовать профессиональные компании, которые якобы этим занимаются. Об эффективности этого это можем судить только по результатам. Получится или не получится. А как вы думаете, получится? Я думаю, что нет. Вот видите, вы, в принципе, практически думаете так, как я, просто я это сформулировала так, что мне вот как журналисту мне вот интересно, какие это будут такие так называемые фишечки и штучки, которые будут люди применять вот за такие деньги. Честное слово. Думаю, что нет, и проблема здесь больше в профессиональности этой компании, которая никогда не работала у нас. Да, они могут такое, например, делать в США, но они должны учитывать менталитет тех людей, на которую, на аудиторию, да, целевую группу, как они утверждают. Не, знаете, мне вот интересно, как евроинтеграцию будут продавать. Вот, очень интересно. Демократы вот после Брексита, да, демократы вот говорят сейчас, что мы не отказались, это наш курс, мы вот заявили о том, что мы, значит, хотим интегрироваться в Европейский Союз. А что они могут еще предложить?
Как что? Борьбу с коррупцией? Ну что вы, Валерий, не мне же вам говорить, как у нас, господин Шор у нас, да? То есть вы же видите, это что это предлагается много лет, но в это мало верит, еще меньше даже, чем в евроинтеграцию. Единственный курс, который эта власть может предложить, а знаете почему? Потому что за ней ничего не стоит, я имею в виду за этим словом. Можно говорить о евроинтеграции как о курсе, хотя это все понимают, что ничего не значит. А люди поверят? Нет, конечно нет, конечно нет. И для того, чтобы дальше двигаться, нужно хоть что-то другое предложить. Потому что эта идея будет не только непопулярна из-за того, что они натворили здесь. Мы смотрим, что с Евросоюзом, и это каждый день эти новости. Ну, все меньше и меньше людей будут уже слушать эти сказки. И надо предлагать другое. А что? Для этого надо думать. Я, например, увидела, что как-то они с коррупцией стали активно очень бороться одно время. Знаете, мне даже объяснили, что вот есть такой, есть несколько кругов вокруг людей, которые принимают решения в этой стране. И вот в отношении, значит, второго круга, да, не первого, самого ближнего, в отношении второго, те, которые всем известно, что берут взятки, всем известно, что используют свое служебное положение, вот якобы сейчас, значит, развернута борьба. И те, кто попадается, вопреки правилам, да, им написано, то мы о них непременно слышим с телеэкрана. Я думаю, это ошибка. Это ошибка. Я думаю, это их тактическая ошибка, их. Потому что это вызывает в обществе еще большее раздражение, потому что у большинства нет иллюзий, кто попадается. И... Как хорошо вы думаете о нашем избирателе. Я прям вот сегодня восхищаюсь. Обычно люди приходят и говорят, мы не принято ругать электорат, люди не виноваты. А я скажу, говорит мне мой очередной собеседник, как можно продаваться за килограмм гречки? Нет, как нет. Можно не видеть? И так все продолжается. Нет, я думаю, что большинство людей, да и вообще, что, есть даже такое понятие, компанейщина. Оно давно еще появилось, и это никогда не эффективно. Ну, ни в какой сфере. И если оно искренне, то оно носит не такие формы, как у нас. Еще два вопроса. Давайте. Да, один. Раз говорим о сказках, про НАТО. Знаете, я сейчас не буду вас просить, чтобы вы оценивали, что делает наша власть, потому что я уверена, что вы разделяете здесь мою позицию, что руководство страны и руководитель нашей армии, да, они являются приверженцами вступления нашей страны в Североатлантический альянс. Мне не интересно вот эта часть, значит, каких-то утверждений. Мне интересно, вот верите ли вы, что мы при всех наших достоинствах и недостатках мы вообще нужны даже хотя бы этой организации? Может, действительно, это какие-то пугалки, которые использует оппозиция, когда говорит, что, ну, вот, значит, власть наша хочет в НАТО. Потому что предположить себе, что вот такие, какие мы есть, мы будем страшно нужны этой структуре, может быть, это не так? Молдавии больше шансов вступить в Евросоюз, чем в НАТО. То есть вот на этом даже. Я ставлю, если коротко ответить на ваш вопрос. Как вы сегодня податливы, я волнуюсь. То есть так совсем коротко. А если еще короче, то ни Тимофти, ни Шалару не знают, что такое НАТО, не понимают этого. И всего лишь идут в фарватере тех идей, которые сегодня Запад поддерживает, исключительно по той причине, которую я описал в первой части программы. Им сегодня вынуждено, они вынуждены этот регион милитаризировать, нагнетать эту обстановку. Хорошо, завтра но... это исчезнет, да. Они первые, НАТО скажет, извините, вы партнеры, мы уже там с вами работаем, до свидания. Хорошо, это что касается непосредственно членства, но я там... Не членства, а просто любого вообще сотрудничества. Сегодня США вы конкретно... Вы знаете, я считаю, что может навредить. Я имела в виду, что вот наше членство, то, о чем нам говорят, это нереально. Красивенько. Нет, это, Людмила, это вообще незачем даже использовать такие слова, это глупости. Не стоит вопрос не то, что о членстве. Не, ну почему же? Вы не слушаете наших руководителей. Я слушаю, вы внимательно, вы должны эти фразы запоминать. Но я адекватно их оцениваю. Это глупости. Сегодня, еще может быть несколько недель, может быть еще несколько месяцев, пока американцам нужно, чтобы при Балтике показывали, что скоро там Россия, и в Молдавии будут танки. Вот с Молдавией кто-то с Украины разговаривает. В ближайшем будущем, на вашей передаче прогноз, эта тема заглохнет полностью. Вообще, этого больше не будет слышно, поэтому... Я переживаю тогда за господина Шалару, но плакать не стану. Второй вопрос о нашем восточном векторе. Его перспективы, кстати, вообще известны. Можно не переживать. Восточного вектора или Шалару? Шалару. Шалару. Да. Ну тогда давайте. Ну что, очень просто. Это все человек... плохо? Нет, он наверняка будет жить в Румынии, будет интегрироваться там.
Поэтому все, что он говорит и все, что он делает, это носит не просто временный и несерьезный характер, а кто иначе это воспринимает, и это просто смешно. Восточный вектор. Тоже почему-то мне кажется, что вы не станете возлагать большие надежды на то, что молдороссийские отношения стали гораздо более дружественными и теплыми, несмотря на то, что мы видим, что какие-то усилия предпринимаются. Там последний — это визит господина Рогозина, нам стало известно содержание дорожной карты, да? Те предложения, которые отправила Москва Кишиневу. Мы знаем, что очень много зависит от лидеров, что у нас, что в России. Мы знаем, что очень много зависит от конъюнктуры, от геополитики, от чего хотите, то есть много очень факторов. Но тем не менее, спрогнозируйте, пожалуйста, вот как будет развиваться молдороссийская некогда действительно дружба? Столько времени, сколько в Молдавии есть власть, которая не сама по себе и не суверенна, а ей кто-то диктует, что делать, никакого улучшения молдороссийских отношений не будет. Спасибо. Все-таки пессимистичный такой прогноз. Я думаю, очень реалистичный. Господин пессимист, вот поговорим теперь о вашем будущем. Передо мной сидит амбициозный человек, я уверена в этом. Но я не знаю, насколько амбиции все-таки у господина Астолепа распространяются. Вы хотите, чтобы мы поговорили о моих амбициях? Да, мне это крайне интересно. Вы так, я вот политикой не интересуюсь, в проектах не участвую, то не делаю, вот это не хочу. Вы меня цитируете не совсем корректно. Я политикой более чем интересуюсь. Я никогда не говорил, что я не интересуюсь. Нет, я имела в виду, что вы не собираетесь принимать участие в политическом проекте. Да, с этой позиции. Это другое дело. Политикой я интересуюсь, вообще я интересуюсь всем, что интересно. Потому что это далеко не только политика и не только наша страна. Я очень много езжу и занимаюсь еще многими вещами, о которых мало кто знает, и, может быть, когда-нибудь со временем мы обсудим и такие мои увлечения. У меня нет плана до тех пор, пока здесь, в Молдавии, не будет других более или менее адекватных правил. Нет плана участвовать в разных фарсах, а то, что нам предлагается, это фарсы. Я не вижу никакого смысла в этом участвовать для себя. У меня нет планов, но я буду делать, если меня кто-то попросит, и у меня будет возможность чем-то как-то помогать моей стране, хоть в какой-то форме, я это буду делать. У меня есть планы дальше заниматься общественной деятельностью в том виде, который я считаю для себя приемлемой. У меня нет людей, которые мне диктуют, кого приглашать, что писать, что в данном случае с кем-то делать. Я сам себе в этом смысле начальник. И у меня есть планы вот в этом направлении. То, где я смогу, так сказать, смотря в свой карман, и где у меня есть возможность это делать. Вот на этом мои амбиции ограничиваются. Ушли от ответа. Вот люблю, когда люди говорят. Вот господин Лянко, когда стал министром иностранных дел. Вот честно говорил человек. Была у меня в детстве мечта стать министром иностранных дел. И вот дальше, как бы моя судьба ни сложилась, а тогда он понятия не имел о том, что станет премьер-министром. Он говорил так, вот я, это была моя мечта, и эта мечта реализована. Господин Столеп, ну все-таки, наверное, как-то вы видите продолжение себя. Может, не обязательно в какой-то должности назвать. Но мне вот интересно, я сейчас вас провоцирую, а вы не поддаетесь. Я еще короче вам отвечу, хотя туманнее, что все мои личные амбиции, если говорить о детских мечтах, они уже реализованы. Правда. Я знаю, что вы так любили читать книги, были лучшими. Значит, любил. Нет, ну я... Это моя страсть, я продолжаю. Дайте мне возможность сказать, как я готовилась к нашей программе, как я прочла, что вы висели на доске почета в какой-то библиотеке. Не в какой-то, как лучший, а в центральной. Как, вот, спасибо. Видите, вы сейчас детали какие-то вот сейчас вот рассказываете. Спасибо вам большое. 7 лет. Да. Да. Ну, и какая мечта... Какая из этих мечт? А в 7 лет у меня была мечта, чтобы мне разрешили из детского зала перейти, чтобы я перешел во взрослый зал. Конкретно, что касается книг. Нет, Людмила, я не кокетничаю, я абсолютно искренне говорю, так как мне нет еще 40. Так что же уже так, раз мы заговорили о президентских амбициях, то все знают, что это будет 22 июля. Да, я в другом смысле возраст упомянул. Но я сам по себе, я уже давно утвердился, то, что приносит мне лично радость, и то, что делает меня счастливым,
и то, что делает меня независимым. Так что же вас делает? Вот эти три пункта, в частности, что делает меня независимым, да, вот это не реализовано. Я знаю и искренне могу дать этому определение, что это серьезное преимущество, когда ты можешь себе позволить быть независимым. Вот это да. Вот здесь спорить не стану. А вот терять, почему я вам так отвечаю? А вот терять эту независимость ради чего? Я не знаю. Я не знаю, я вообще не предлагаю вам терять вашу независимость. Я отвечу вам словами ваших оппонентов. Вот это ваше поведение. Кто-то понимает ваше желание не терять независимость. А кто-то говорит по-другому. Ну вот что, Остолик, он такой, знаете, он одиночка. Вот. Он как бы особо так и не человек команды, кстати, в отношении того, что вас кто-то там заподозривал в проектах, все такое. А он просто вот сидит и ждет, и выжидает, когда ему будет сделано интересное, хорошее такое предложение. Это полная чушь. Полная чушь. Полная не ждете. Чушь. Я ничего не жду, и более того, меня не интересуют никакие предложения, потому что я, почему вам подчеркнул, я совершенно независимый человек. Я нон-конформист, и со мной очень сложно. И все люди, которые мне удалось, у меня было счастье в жизни, что люди, которые являлись моими начальниками формально, то все были всегда очень умные люди, и никто никогда не пытался приказывать мне делать то, чем я не согласен. И вот я таким был, а уж точно, что я таким останусь. И именно поэтому я себя мало вижу в других процессах, чем там, где я нахожусь сейчас. Я просто думаю, вы страдали, когда были дипломатом. Просто с вашим таким вот, знаете, желанием говорить все, как вы видите. Вот садился, знаете, как дипломаты. Они же, прежде чем скажут что-то резкое, господин посол, это знаете, я ненавижу. Это было удивительное время. Ваша страна агрессор, да? Когда мне удалось устраивать постоянные, так сказать, скандалы с моими визави, потому что мы очень много спорили. То, что у нас разные восприятия, что такое дипломатия. Я это воспринимаю как инструмент реализации интересов твоего государства, а не как блеяние, и когда ты только улыбаешься и, значит, протокольно одеваешься, в том числе, как некоторые из ваших гостей рассказывают. И когда в 2008 году, самая интересная, наверное, часть моей дипломатической деятельности, это был 2008 год, когда в больше чем 15 странах я искренне ссорился с руководителями этих ведомств по поводу восточного партнерства. 2008 год, когда я их убеждал, что это не просто провальный проект, который закончится полным пшиком, а что это самое противоестественное, что можно предложить Молдавии, и которое закончится большой проблемой для нашей страны. Это был 2008 год. Вы это сказали так, я понимаю, вы сейчас этим гордитесь. Хорошо. Конечно, а это не так? Не так произошло? Я не знаю, можно этим гордиться или нельзя. История успеха. Надо побывать в вашей шкуре, да, посмотреть, вот, какие вы перед собой ставили цели, как вы разговаривали, что за этим стоит. Нет, но речь вы... идет о истории успеха, о восточном партнерстве. История успеха, да. Ну, как же я могу с вами спорить в этом отношении? Вы заговорили о начальниках. У вас был начальник одного, который я точно знаю, это господин Стратан, министр иностранных дел. Непосредственный начальник. Непосредственно ваш начальник. Знаете, как про вас говорили в МИДе тогда? По-разному. Говорили так. Ну, сейчас послушайте. Может, вам понравится. Говорили так. Ну, вот знаешь, кто такой Остолеп? Я спросила. Мне говорят, ну, знаешь, вот Остолеп — это некто вроде Марка Ткачука, только при Стратане. Угу. Я не знаю, если вас это сравнение сейчас порадует. Но я знаю, что многие люди к Марку Ткачуку, да, относятся крайне так, мягко скажем, настороженно, потому что когда вот уходили из партии коммунистов, многие говорят, что вот из-за его интриги, из-за вот всего такого, так о нем говорили. А вы как умеете интриговать? При желании, да. Да, талантливо это делаете, как постравливаете людей, что делаете? Я не уверен, что можно сказать талантливо, речь идет об эффективности, если это получается или нет. Но об этом можно судить только по результатам. Ну, вы результативно интригуете. Сейчас я этим не занимаюсь. Ну, вообще, вы потеряете форму. Способности к этому, я думаю, что у меня есть, конечно. А в сравнении с Марком Ткачуком вам польстило или расстроило? Я не знаю, кто это мог сказать, конечно. Я считаю Марка Евгеньевича, безусловно, одним из самых авторитетных и умных людей, которые есть у нас в стране. Поэтому, я так понимаю, сравнение было, что... Мне даже сложно его квалифицировать. Единственное, что я жалею, что, к сожалению, в силу объективных причин, от меня не зависящих. Вот. В период, когда я работал в МИДе, как раз что с Марком Евгеньевичем у нас, кроме конфликтов, ничего не было.
И, ну, вы знаете, по какой причине. Если нет, я вам скажу после эфира. Нет, но дело в том, что я к этому не имел никакого отношения. Нет, я понимаю. Там, скорее всего, было недопонимание с вашим шефом. Но я рад, что после 2000... Я знаю, о чем вы говорите. Да. Но после 2009 года, мы уже когда делить, так сказать, было нечего, как и до этого, собственно, мы как-то встретились, обсудили все. И я очень рад, что мы нашли точное понимание всех процессов, которые происходили. Никогда не говорите о личной жизни. Вот найти что-то о вас невозможно, очень закрыты. Я постаралась, попыталась. Ну, я догадываюсь. Как-то вы только сказали, что я из типично советской семьи. У меня мама бухгалтер, а папа работал в правоохранительных органах. И все. Ну да. Не хотите сейчас этот пробел как-то восполнить? Может быть, что-то еще сказать вот, о своей семье? Своей, я имею в виду. Это единственные вопросы, которые я никогда и нигде не обсуждаю. Даже если кто-то попытается больше узнать, он никогда ничего не узнает, потому что я довольно профессионально закрываю эту тему. А почему? Потому что больше 20 лет я занимаюсь именно вопросами безопасности. И в первую очередь я знаю, как обезопасить себя, в первую очередь. Поэтому попытки за последние 5-6 лет, сейчас их меньше, но после 2009 года желающих устроить мне какую-нибудь провокацию, вот, их было довольно много. И все, вроде мне, как я как считаю, все удалось и купировать, а кое-кому и ответить. Слушайте, у вас много врагов, а вы политический деятель. Но конкретно в тот период, например, я не хочу это вот сейчас, на сегодняшний день, это, конечно, вообще некорректно, потому что судьба господина Филатова ничего, кроме сожаления, уже не вызывает, но в частности он очень там пытался, дергался и так далее, вообще нервно на все реагировал. И еще несколько товарищей. Вот в тот период им очень не нравилось. И, ну, это все прошло. Хорошо, я уважаю ваше право не отвечать на некоторые вопросы. Это единственное. Ну, не знаю, как вот вы о себе так вот говорите, что там открываете. Можно совет? Просто маленький. Когда хотите о себе что-то сказать еще людям, скажите, что вы любите джаз. Мне кажется, что если вы будете этот момент, как-то о себе говорить, а потому что наши музыкальные пристрастия, мне кажется, говорят о нас все. Во-первых, в этом нужно разбираться. То есть те люди, которые интересуются музыкой в нашей стране, ну, мы друг друга знаем более или менее. И оцениваем адекватно, и никто хвалиться не будет, да, что кто что слушает. Ну, а остальные, к моему великому сожалению, конечно, деградация в этой области, в Молдавии, ну, просто нам поражает. Наше время вышло. Задала бы еще несколько вопросов. Не все, конечно, задала. Вот. Ну, возможно, у нас будет с вами еще повод тогда встретиться и продолжить наше с вами общение. Я, как правило, чего-то желаю всем своим гостям по окончании программы. Вам пожелать, не знаю, что-то, наверное, сложно. Вы сами слишком, наверное, знаете, чего вы хотите. Могу только пожелать, чтобы вот та адекватность, о которой вы сейчас говорите, да, вот чтобы это адекватно оценивать, да, чтобы она присутствовала, чтобы вас адекватно оценивали, чтобы понимали то, чего вы хотите, и разделяли, возможно, многие, да, те взгляды, которые вы продвигаете. Наверное, так. Спасибо. И для меня очень важно, чтобы меня, во-первых, не в хорошем смысле не переоценивали. То есть я то, что говорю, так и думаю. И не придумывали за меня то, что не существует. Вас переоценивают в хорошем смысле? В хорошем смысле, да, потому что мне постоянно приписывают вещи, как им кажется, положительные, которыми я не обладаю. Вы хуже на самом деле. Не хуже, а просто я другой. И в том числе касающийся политической деятельности или любой другой, вот то, что я говорю, так я не придумываю. Вот так оно и есть. Тогда я желаю, чтобы вам верили. Но это самое сложное, вы знаете. Да. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.